Привет всем моим хоумис, с вами Олег Детройт, и сегодня мы с вами продолжим, да, у меня хоумис, черт возьми, и сегодня мы с вами продолжим играть в игры, на сегодня это у нас Майнкрафт, не те самые прохождения, новая карта, я буду строить дом, я все-таки его построю, утяну ж твою мать, и вы посмотрите, какой он. Если вы помните, в предыдущих четырех частях я все-таки погиб, потому что я прыгнул с высокой башни, я слишком глубоко нырнул, и я вообще был голодный. Но на этот раз мы таких ошибок не совершим, и мы будем делать все очень-очень аккуратно, чтобы все-таки нам построить свой гребаный дом. Итак, что нам нужно для начала? Для начала нам надо набрать побольше материала. Для этого отправляемся на соседний остров, и там мы делаем заготовочки всех нужных нам материалов. А что нам надо? Нам надо песок, нам надо землю. Все это обычные такие, знаете, распространенные материалы. Я не буду лезть в глубокую пещеру за каким-нибудь там пердитио, как лололошка, или еще там чем-нибудь. Вот, я буду просто набирать то, что есть здесь и сейчас. Поэтому париться и напрягаться мы не будем, наберем еды, потому что это режим выживания, поэтому нам надо будет выживать. Главное прятаться ночью от криперов, как-то... Что за дерьмо, вы тоже это видите? Почему я разбиваю... Разбиваю, значит, блок, а после этого появляется еще один, и я его снова разбиваю. Ну, очень интересно. Так, ну, в общем, не об этом сейчас... Вот, видели? Не об этом сейчас, да... Что за дерьмо? Место для дома мы пока еще не выбирали. Это у меня так тормозит Майнкрафт или что? Я не понимаю. Мне это очень мешает. Это похоже на очень такой большой баг и лаг. Баглаг будем называть это, окей. Баглаг какой-то, значит, происходит. Я не пойму, что это такое. Я впервые с этим встретился. Давайте... Может быть, что-нибудь полезное нарубим, например, дерево. Дерево всегда пригодится в хозяйстве. Ну, там можно будет лодку построить, да и вообще нам нужно еще будет строить, знаете ли, этот, как его... Как же это называется? Помогите мне. Верстак, вот, наконец-то, я вспомнил это слово. Да, я давно не играл в Майнкрафт, поэтому слово верстак я вспоминаю с трудом. Так, давайте еще нарубим немного, накопаем немного земли. Так. Главное, до вечера нам успеть набрать 60 блоков, чтобы забраться очень высоко. Но это мы уже успеваем, как видим. Давайте изучим немного... так скажем, постановочку вокруг себя. Что тут у нас есть? Это что такое? Грибы? Рили? Это грибочки? Надеюсь, я ими смогу наесться. И это не какие-нибудь там отравленные грибы. О, отлично, одним ударом сразу все грибы сбил. Попробуем ими наесться. Это что такое? Так, тоже какие-то растения. Ну, давайте наберем. Не знаю, может быть, они мне не нужны. И что это вообще такое, я в душе не ебу. Но давайте посмотрим, что это может быть. Пшеница. О, вот это вот. Это нам очень пригодится. Это даб очень, бать твою, пригодится, базафака. И утятины, надо добрать утятины. Как это правильно? Почему они как курица орут, я не понимаю. Вот это все, надо написать разработчикам Майнкрафта, сказать, какого хрена, почему они орут как курицы. Это же не курицы, вы меня путаете. Моя детская психика из-за этого страдает. Я только вчера закончил, значит, первый класс, а сегодня я вижу, как утка кукарекает. Что за дерьмо? Да постой ты, постой. Нет, не убегай, не убегай. Есть! Отлично, отлично. Посмотрим, что достал. О, курятина. Курятина? Так все-таки это курица, а не утка. Какого хрена разработчики Майнкрафт? Это даже не похоже на курятину. Это похоже на утку. Это реальная какая-то утка. Так, давайте немного угля наберем, что ли, потому что нам там надо будет факелы и все такое. Если я смогу, конечно, его разрушить своим кирпичом.
Да, он понемногу рассыпается. И вы, наверное, скажете: эй, да ты, ублюдок, ты почему не сделал, бать твою, какую-нибудь кирку? Так, и? А у нас уголь есть? А где уголь, который я разбивал? Странно. Может, его надо руками бить? А, давайте будем так делать, руками все. Так. Отличненько. Это что такое? Чем я это бью? Это нам не надо. Мать же твою утину. И давай, вот, наконец-то. А теперь мы попробуем разбить это все руками и достать все-таки гребаный уголь. И вот это вот самое растение нам надо еще будет набрать, что, из которого будем делать хлеб, значит, и будем потом зимой в яме сидеть и пожирать свой хлеб, точнее, не зимой какая. Хотя, может быть, здесь зима наступит, да, кстати, может, здесь зима еще есть. Я, кстати, не знаю. Может, это какая-нибудь такая суперская сборка, но, по-моему, это чистая версия Майнкрафта. Отлично. С голода я теперь не умру точно. О, яйки. Отлично. Так. Что еще нам надо? Только что какой-то был странный звук, будто бы самолет какой-то пролетает. И будто бы он за спиной. Очень страшно. И возвращаемся к игре. Итак, значит, что нам надо? Как я сказал, нам надо побольше хавчика запастись, потому что ночь длинная, поэтому вот как-то вот так. Так, что нам еще надо? Значит, материалов, таких как дерево и курятина, конечно, если это... Я вот яйцом буду ее бить. Представляете, какой каннибализм убивать курицу ее же яйцом. Давайте, давайте это сделаем. Это так... Это так классно. Так, и перья у меня еще есть. Отлично. Прямо, прямо такой остров изобилия. Здесь все есть, все, что мне надо. Я, похоже, тут остаюсь надолго. Ну, пока что я буду набирать хавчик, потому что я первый раз вижу столько еды. Что еще мне здесь нужно будет, я посмотрю дальше. Кроме хавчика, всякий строительный материал, какой-нибудь новый. Ну, какой здесь может быть новый материал, я даже не знаю. Здесь, в принципе, все повторяется. Мне интересно, сама, так скажем, ох, сколько грибов. Сама структура всего острова. Что здесь, интересно, есть такого полезного, так скажем? Ну, потому что, если здесь только грибы и земля, то я отсюда сваливаю, мне это не надо. Мне нужно... изобилие всего, чтобы не приходилось искать и далеко бегать, потому что я же собираюсь в дальнейшем... Так, вот это вот что у нас такое, надо посмотреть. Так. Ага, ага. Вот этого бы мне дерьма побольше. Так, где это было? Угу. Сюда, значит, сюда. О, вы видите, да? Вы тоже это видите, уже светает. А есть... Ой, точнее, не светает. О, вот, отлично. Что это такое? Так, нет-нет-нет, постойте, постойте. Сейчас начнут вылезать всякие криперы и прочие уроды, поэтому надо забираться повыше. Повыше забираться и на этом самом повыше строить себе убежище такое, знаете, ввысь. Вот, прямо здесь давайте построим заодно и посмотрим, насколько хорош этот остров, что на нем есть. И что тут можно еще понасобирать? Ну, я надеюсь, здесь меня криперы не достанут. Так, вот это вот что за растение такое фиолетово-синее? Синяя орхидея. Ну, можно было догадаться, потому что она синяя, поэтому и синяя орхидея. Знаете что? Мне, в принципе, тут очень нравится. Вот здесь я, пожалуй, и останусь, так скажем, обоснуюсь. Ну, здесь все есть, я все набрал, все, что мне надо. Так, извиняюсь. Все, что мне надо, я, значит, набрал. Поэтому через серии 3, как показывает практика, я наберу все-таки весь нужный материал и начну строить себе, возводить коттедж очень классный. Ну, как я говорил, я хочу построить аналог квартиры в той, в которой я живу. Это четырехкомнатный особняк в центре города, да, черт возьми. Вот. В общем, вы посмотрите, насколько... крутая это будет квартира или насколько она будет отстойная. А потом я буду ставить там внутри мебель, ну и что-нибудь по ходу мы с вами придумаем. Если есть у вас какие-то предложения ко мне, то обязательно пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь обязательно. Что еще можно сказать? Ну и, в общем, смотрите остальные мои ролики на канале, чтобы понять, в чем смысл этих видео.
А с вами был Олег Детройт. Подписывайся, ставь лайк, бро. Всем пока!